так вот сбылась моя 10-летняя мечта. Я купила себе выдру, и сразу не одну, а две. И получила от выдры свой первый кусь. Признаюсь, притащив их домой, я даже не знала, что мне делать вот с этими двумя маленькими комочками, вот с этими глазками и зубками. Оставив их адаптироваться, я поехала в магазин, набрала там всяких креветок, кальмаров, рыбы, которые они, кстати, очень с большим удовольствием схомячили и все избуржакались. Поэтому я их сразу же засунула в тазик, в котором они купались где-то более 2 часов. А потом я завернула их в полотенечко и мы